Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем родить игру по названию After Dead. Короче, что мы с вами делаем? Мы сейчас с вами отправляемся вверх. Либо с помощью телепорта, я вот думаю. Либо на своих двух, либо с помощью телепорта. Мы получили новый предмет, мы убили, кажется, два босса в прошлой серии. Я ничего не путаю. А я навряд ли что-то путаю. Поэтому полетели. Блять. Он плохо максимальный прыжок делает. Он плохо делает максимальный прыжок. Ну, я не знаю, если будем вот сейчас идти, и светлячки что-то заметят, они должны характерный звук сделать. Тогда пойдем за ними. Так, вверх. Пока что они молчат. Вот эта локация жесткая. Вот эта локация жесткая. Все, минус. Это... Сука. Что? Эти по тотему. Ну, думаю, уже поняли. Так, а вот здесь, где была паутинка, да, мне кажется? Или нет? Нет, мне не кажется. Все, можно идти. Можно идти дальше. Ой! Мой пылесос на больших расстояниях не работает. Не, лучше начать руками их атаковать. О, ё-моё. Сколько вас? А, точно, жуки ж не сказали ничего. Мои жуки нихера не сказали. But you have ESI, AFT, HD. Всё. А сейчас будет жопа. Потому что это босс. Да, это босс. Здоровенный, сложный босс. Ой! Да ёлки-палки, я забываю. Все. Вот он меня тоже бесил, но теперь я типа... Ну я тогда просто на него на первого напал из сильнейших вот этих боссов. Теперь он самый слабый для меня. Потому что просто пум-пум-пум. Так, let me arrive to the scary secrets. Is you the current, but you don't remember. Go back to the portal, let the expansion to you. А теперь, по сути, и то будет хорошо мне. The free
Так, Fire Spell, Demolio Powers. Короче, теперь у меня огненная броня стала намного сильнее. Да, но она типа видно, что стала мощнее. Мне главное понять, что я в правильную сторону иду. Ничего не дашь? Жаль. Пока что бегу неправильно. Так, а если б я вниз пошел? Ладно, не хочу, давайте пока сюда. Я слышу тотем еще один. Вот что я слышу. Интересно, что мне дадут. Я думаю, либо коса будет. А, я одну потратил. Короче, нет. Либо ХП, либо сила. Да. Это сила. Ну, типа, способность. Шарик, пятая. Так, ну по идее все, да. Сейчас мы спрыгнем туда вниз. К тотему. Убьем тотем с помощью огня, попытаемся. Ну, типа, понятное дело, что он сдохнет. Но мне хочется знать, сколько я буду наносить ему. Потом у нас чисто останется этот. А, ты херел? Нет, по тотему было сильнее тут огонь. Карта. Да, много я открыл карты. О, я понял. Я понял. Вот видите, типа они нашли проход. Покацать с глазами. Да, как все идет, непонятно. А, тю, елки-палки, а че я затупил, ладно. О, одна серия, хуй знает, ладно, посмотрим. Смотрите, вот это, это плохая концовка. Вот это на плохую концовку у нас. Да, я типа могу туда пойти и получить плохую концовку, но... Но. Можно получить и хорошую концовку.
Ну, типа, пролетают души. Типа, это конец. Так, ты активировал досты всякие. Я думаю, я starting to remember. Я что-то начинаю вспоминать. Ты находишься в данный момент в коме. Quite some time now. В данный момент. Но, так, fear of death left and the start starts. Ну, короче, они говорят ему то, что... ты можешь что-то via creative the world, или ты умрёшь. Типа, ты можешь изменить мир, либо ты можешь умереть. Guardian nation, you thank you, fine. This portal only buster, that's a specter. И, короче, давайте знать... Во! А вот еще душа прилетает. Вот за ней нам нужно с вами следовать. А я знаю, куда она движется. Мы туда с вами уже ходили. Ходили. Нам нужно вот сюда. Вот. Короче, он нам говорит, что мы можем все изменить, нашу судьбу то дрянную. Для этого, как вы видите, вот наверху масочки у нас есть. И нам нужно теперь искать масочки, которые нам помогут сделать хорошую концовочку. По идее, теперь вот эти зловесные порталы, которые он создал, мы можем с вами пройти. Сейчас посмотрим. Масочку добавили, которую я уже одну нашел. Типа, окей, давайте сделаем так. Сейчас, в данный момент, я вам покажу концовку вот эту. Да? Которая сейчас будет. Ну, понятно, что я возьму с левого там видеохоста. Там с рандомного челика, чтобы показать вам плохую концовку. Вы поймете, к чему была связана палата и что вообще будет. А вторую концовку я сейчас буду выполнять, поэтому... Пока давайте смотрите. И мы типа начнем потом дальше. Ну вы видите, типа у босса не так уж много атак. Типа вокруг него аура кружится, но это глазики. И он пуляет молнией. Ну, под ним можно просто пролазить, используя наш хребет. А не, вот походу пошла вторая фаза его. Какие-то черепа летающие. Ну это походу, знаете, аналог обычных вот этих черепов, которые на нас нападали костлявы. Но здесь просто они больше урона, типа... впитывает в себе.
Ну, типа, да, он сначала нас кружился по прямой, да, а теперь... Я не понимаю, почему он не юзает этот каст. Он боится, типа, ауру сломать глаза вот этого летающего. Чтобы, типа, он снова их не заплатил. Тогда окей. Так, все, походу, пошла третья фаза. Ага, да, видите, третья фаза. Здесь у нас уже он выпустил больше черепов и начинает лазер херячить. А, он еще исчезает. Ну, растворяется. Не, мне что-то кажется, что тот был полегче. Ну, посложнее. А смотрите, видите, сзади, типа, компьютера они чаще начали это... Сердце вот это, о котором я вам говорил-то. Это, короче, компьютеры, походу, как в больнице. Знаете, вот показывали пульс нашего героя, именно который лежит сейчас в коме. Блять, как-то он долго это убивает. Надо было ускорить видео. Ну, как вы видите, я взял видео у челика с канала Рангрио. Он, короче, ну это американский, считайте, канал. Челик просто проходит боссов без получения урона. Ну, если это вообще возможно. Уже красный хп на заднем фоне. Нихера тут черепов. Да, все. I know her, I can go now. Куда теперь отправлюсь? Вот это походу мы... А, видите, компьютер ломается, компьютер все. I waited to projects is you don't want to see. I don't need you protocol anymore. I am ready. Я готов to die. Я готов умереть, говорит он. Ну да, как вы видите, типа, все, наш челик сдох. Хей, хотел сказать уже поздороваться, потом вспомнил, что вы же смотрели это. Херовинку с плохой концовкой, да? Вот, оно находится там. Ой, сколько я помню, вот это я мучился, искал, чтобы понять. Нужно было тут сломать доски, понимаете? Я думаю, как я долго тратил время на это все. Так, хорошо, первый портал. Бежим за маской. Вот, хорошо. Сохрани эту маску. Одна есть у нас, все, отлично. Одна маска есть. Ну, считайте две. Мы раньше в прошлой серии тоже взяли одну. Так, вот мои. Оп. Готово. Хорошо. Так, хорошо. А, еще один. Так, сейчас медузы полопаются все. Мы их быстренько тоже прихлопнем. Так, следующая маска у нас здесь. Давай. Пока я полностью еще не сгорел.
Так, хорошо. Еще одна маска. Ага. А какой сейчас день? Much birthday. Может, день рождения. Ты бат стайбл сыт. Я что, собрал все маски? А нахуя вы мне его покажете? Нахуя вы мне его показываете, если я собрал еще не все маски? Девять минут. Тире 50. А, если я нашел эту... А, нет, это не та локация. Это малое количество игр, а есть комната, где их... Так, короче, я нашел еще один, вот он. Он находится здесь, в библиотеке. Ну, короче, вы помните, мы же с вами находили его. Шкаф в этой... На полке. Но мы не могли зайти. Я думаю, где еще был? Вот, да. Окей, отлично. Плюс еще маска. Так, и у нас остается одна маска последняя. Но я знаю, где она находится, и я вам это уже... Я забыл, что нужно просто наверх прыгнуть. Да херня в том, что я что-то залазил, помните? Я ж пытался. А, я бы все равно не прошел, тут стенка. Ладно. А, тут этот ледяной. Готово. Так, последняя маска. Все, а теперь мы с вами, ребята, отправляемся наконец-то на финального босса. То есть, считайте, вы посмотрели две... Будет... Так, спасибо, что вы, так, обелиски мои все порталы активировали. Так, все мы, Heart of Ozlook, посмотрим сцену. Спасибо тебе за помощь. AFK The Masked Open It. Почему маски открыли портал? On the same my dead. Они типа спасут меня от смерти? Да, но... Sim, you will need... will wait to the clouds at your fire coma. Но для этого тебе нужно выбраться из комы. This will be an acclaim guide, reference on the fight, but we will all the destroy. Короче, тебе нужно сразиться с какой-то там болезнью. Окей, и здесь, ребята, я включаю таймер, чтобы посмотреть, сколько я буду его бить. А в конце я вам скажу, сколько я его бил. Ну, понятно, что первую мы просто сейчас так сделаем, запишем. Потом я выключу запись. Выключу запись. И будем уже мучиться. Мучиться пиздец долго. Very долго, very долго. Very долго, very долго. Don't know you do... but I will find and you will kill you. Тебе что-то не сделать, я убью тебя. Короче, нам нужно такие сейчас... Ровенки уничтожать. Ну, как видите, пока легенько, да? Это если что, мы в мозгу главного героя. Это первая. А, нет, тут все-таки три фазы. Вот первая была. Ой, мне нужно огонь юзать, я забываю. Ууу, все, минус. Я проиграл. Я слишком далеко зашел, он камень метнул далеко. Да, хорошо.
Ну, как вы видите, как тут происходит. То есть... довольно много фаз. Три фазы. Так. Вот. Все нормально. Херня, в чем? То, что у меня хила нету. Здесь вообще никакого, меня видите? О, вот это вот жопа начинается. Здесь начинается жопа. И жопа конкретно начинается. Вот, вот из-за этого. Чисто из-за вот этой вот херя. Ой, блядь, она у него за спиной была. Вот скажите, за что? Вот сука. Ну, прыгнись, блядь, уёбок! Так, тихо. Вот, из-за этого, понимаете, я просто вздыхаю. Найс, найс. Просто супер. Супер. Короче, заканчиваем. Я закончу сейчас именно, ну, серию просто. Видео, начну сам и буду просто убивать, убивать, убивать. Так, окей, поехали. Не знаю, какая это, а вторая попытка. Сейчас попытаемся со второй попытки убить. Понятно, что сейчас будут опять болтать, диалог, все такое. Это хотя бы не 5 масок. Я тогда просто сразу 5 масок принес, и оно у меня... Нужно где-то это вырезать. Слишком много времени это все занимает, вот это. Вот сразу бы, просто около портала бы начиналось. Сейчас диалог пропускать каждый раз по КД. Давай, 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 давай. Вперед, вперед, вперед.
Вот я представляю, там игроки, которые вообще без урона это проходят. Так, один есть. Ой. Тихо. Готово. Низко. Ай, нормально, да? Нормально. Фу, хорошо, что он не на меня упал. Так, поехали. Угу. Блядь. Сука, вот я опять потерялся. Вот я опять потерялся. Ладно, играй аккуратно. Ту-ту-ту-ту-ту. Ай. Сука, коснулся. Давай, давай. Хорошо. Зараза. Все. Ладно. Ребят, вторая попытка. Найс. И это конец. Я теперь могу проснуться. Окей. Это не сейчас. Всего лишь со второй попытки. Изи. Изи, 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 изи. I can believe you that we did it. Я не могу просто поверить, ты сделал это. Been on this 2 years. Никто не мог этого сделать уже 2 года. Вина, вино, мы не... Мы были неправы, shape the next time. В это в последнее время мы
Вейк свободный? Может быть свободный, типа, или мы тоже да, очнемся, я не знаю. Непонятно, непонятно. Так, not be the target's fight. We have faced. Fake it, fake it. Ладно. I feel ready to face this challenge. Итак, я могу читать лица чель испытаний. Я не могу ждать, или I see, я не могу просто смотреть. You live loved once will you react. You must be my fair, I want what you have. Creative, the guardians. I didn't know. А вот смотрите, если бы мы пошли на другую концовку, мы бы с этим дрались. Я не могу что-то... Now you correct and you correct it. Well, the late and the strength to the day's alternative. We have to move forwards. Еще одна душа. This IU enters when this will take cards on the hero set. Души, чтобы что-то там... Ресет. Обновить. Короче, прилетели какие-то частички непонятные. Делились с него, он просто сдох. Let's now to rest and more time. Надеюсь, время пришло. Let's recall. Давайте объединимся. Короче, это все части нашей души. Понимаете? Все это, все вот это наши частички души. Каст. Ну что, в принципе, ребят, вот и все. У нас пошли титры, здесь показываются в каждой локации, какие у нас были враги. Ну, пока что обычные враги, там будут потом боссы. Что насчет игры? Игруля у нас побегуля. Ну, это такое, ну, это... Довольно банально для таких игр, можно считать. Окей, не то. Оценку я поставлю, конечно же, высокую. Почему? Довольно прикольно сделано. Первое. Много разновидностей локаций. Боссы. У нас есть апгрейд жизни, хп, сил и все такое. Можно это даже без этого пройти. Но это будет довольно сложно. Дальше. Боссы с нескольким видом у нас, да, идет. А так, ну, функция, ну, фаз, считайте, фаз, несколько фаз у боссов. Взять того же финального босса, где у него аж 3 фазы. Потом у нас идет еще плюс, ну, музыка, не знаю, кажется, одна и та же, да, у нас везде играла. Я что-то там не замечал. Не, разная была музыка. Потом, что еще? Дальше пасхалочки. Пасхалки это отсылочки к другим играм и все такое. Ну это, конечно, то, что мы не нашли, там дохуя очень автоматов игровых. Ну там понятно, что игровые просто автоматы. Дальше. О, мы прошли с вами за 97%, но это потому, что я не искал остальные вот те комнаты, о которых я вам говорил. Ну, в принципе. Press button. Смотрите, мы прошли, я первый прошел за 4 часа 59, это за 4.43. Ха, прикольно. Ну, что еще? Я не учел. Так, об этом я поговорил. О боссах говорил. А, точно. Альтернативные концовки. То, что у нас не одна концовка, а несколько. Вот это самое классное. То есть у нас есть плохая концовка, где мы просто умираем, да? Ну, не выходим из комы. И... Ну, тут даже, видите, есть смысл, как бы такой, типа... метафоры, скрытые смыслы и все такое. И настоящая концовка, да, она сложная. Ну, просто я уже понял, как это делать. Я... Ну, 800 IQ плюс, вы о чем? Понял, как это делать, мы убили. И в конце концов мы просто... Проснулись, мы выбрались из комы. Поэтому как-то так, ребята. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Встретимся в следующих прохождениях игр. Всем пока.